Родионов Андрей Александрович появился, да? О, как замечательно. Значит, со сложным названием обращаю ваше внимание. Сахарные диабеты. В свете понятия закона Аль Капоне, я надеюсь, что не всем надо объяснять, кто такой Аль Капоне. Или кому-то еще надо объяснять. Ну, сейчас Андрей Александрович объяснит. Пожалуйста. Я не да. из эфира, поэтому. Уважаемые коллеги, здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Павел Андреевич. Ну, вот опыт общения с людьми, да, с коллегами убеждает, что все-таки нужно нам развивать какую-то другую историю медицины. Это отдельная тема, мы часто с вами по этому поводу разговариваем. Поэтому уж позвольте, не обессудьте, но начну немножечко с истории. Ну, я хочу заметить, что мы с вами рубрику в журнале «Проблема стандартизации» открыли такую. Другая да. история болезни. И не мы с вами были ее инициаторами. А совсем да. даже историк медицины, крупнейший на сегодняшний день историк нашей медицины. Ну, тут мы оказываемся в тренде, по-видимому. Видимо, да. Поэтому позвольте, да, начать. Помолясь. Когда-то мы с вами уже говорили, я об этом говорил, существует закон распределения ресурсов в здравоохранении, с легкой руки моего учителя профессора Теда Тульчинского, их четыре, причем склонность его к самоиронии, к юмору, она отдала свои отпечатки, поскольку очень интересные персонали, по имени которых названы эти законы. Итак, это закон Рёмера, закон Банкера, про который мы говорили, когда говорили об аппендиците, закон Саттона и закон Капоне. Немножечко. Закон Рёмера. Кто такой Рёмер? Рёмер, да, это действительно Милтон Рёмер. Он был врач, но больше его привлекла социология. И он был социологом, он умер в 2001 году, очень долгое время он был другом Советского Союза, и по словам его сына, он до смерти, до самой своей смерти в 2001 году считал, что Советский Союз победит, вот каким-то образом. Ну, еще не вечер, подождите. Я и не спорю, собственно. Вот, его фраза, он пострадал в эпоху маккартизма, ему пришлось бежать с семьей в Канаду. В Канаде он провел в провинции Саскачеван достаточно большое время жил. Закон звучит следующим образом. Созданная больничная койка не остается незанятой. То есть, коль скоро мы с вами завели койку, вот мы хотим, в нашем отделении мы считаем, что 30 кардиологических коек – это мало. Дайте нам 300, да, первые 3-4 месяца они у нас будут свободны, и мы будем не знать, что с ними делать. Но если эти койки окажутся проплаченными, через полгода они будут все у нас точно так же заняты, и нам их будет не хватать. Хотите, спорьте со мной, ну, я думаю, что тут бессмысленный спор. Следующий персонаж – это Банкер, который относительно тоже недавно погиб, про которого он говорил. Увеличение числа хирургов и рост стоимости хирургических процедур – не погиб, умер, прошу прощения – ведут к увеличению количества хирургических операций. Джон Филипп Банкер, он вообще-то исходно анестезиолог, может быть, из-за этого он не очень любил хирургов, так на всякий случай, я не уверен в этом. Но, в общем, его работы говорят о том, что хирургические манипуляции, скажем так, частота их при разных нозологиях скорее зависит, обусловлена не необходимостью делать эти операции, а тем, что есть такая возможность. Если есть возможность, есть руки, есть койка, почему бы, собственно, это не сделать? Ну, про это мы уже говорили. Третий закон Саттона – это Вилли Саттон или Вильям Фрэнсис Саттон, известный в начале 20 века грабитель банков. Правда, в конце жизни он все-таки завязал, вышел из тюрьмы и работал банковским консультантом, консультировал банки по вопросам безопасности. Но когда все-таки его поймали в очередной раз и спросили, почему он, собственно, грабит банки, он ответил на это неожиданным версию. Он сказал, я граблю банки, потому что деньги находятся именно в банках. Ну, это классический why, который может обозначать и целеполагание в английском языке, и причина, собственно. В русском языке мы можем использовать разные вещи, для нас это не совсем очевидный вопрос. Но и еще один закон, про который, собственно, с которого все началось, это закон Капоне или Аль Капоне, соответственно, названный в честь Альфонсо Габриэля Капоне или Великого Аль.
который заявил, ты возьми себе в север, а мне останется юг. Или давай разделим территорию так, чтобы это было выгодно мне и тебе. К чему эта история? Что при планировании, ну, например, служб здравоохранения, это не обязательно здравоохранение, учитываются в основном интересы, ну, если мы говорим о здравоохранении, медицинских работников, учреждений, а они зачастую могут противоречить интересам общества. Ну, или, скажем, не полностью этому следовать. Мы, да, поделили, сделали, но на самом деле людям-то было нужно не это. Такие вот интересные законы. Возвращаемся к диабетам и открываем клинические рекомендации, российские действующие, относительно свеженькие, ну, как свеженькие, действующие на сегодня, просто галопом по Европе. Классификация приведена ВОЗовская 1999 года, до этого была классификация 1985 года. Классификация 2019 года, причем не рекомендовано ее использовать. Есть диагностический критерий ВОЗ, это не 2013 год, прошу прощения, в заголовке опечатка. Тут просто не буду опять ничего говорить, эта тема еще неизвестная, с примечанием. Вот это примечание очень важное, поэтому я его выделил. Диагноз сахарного диабета всегда следует подтверждать повторным определением гликемии в последующие дни, за исключением случаев несомненной гипергликемии с острой метаболической декомпенсацией или с очевидными симптомами. Первая часть меня больше интересует. То есть неподтвержденный диагноз сахарного диабета, соответственно, по умолчанию сахарным диабетом не является. Опять же, тут небольшое уточнение. Сахарные диабеты – это гетерогенная группа совершенно разных заболеваний. Совершенно разных заболеваний. Почему, собственно, меняются эти классификации? Ну, к примеру, существует алиментарный тип диабета. В основном он наблюдается у жителей африканского, там, азиатского буша, которых основным продуктом питания является маниока. Маниока, она же тапиока, она же кассава. Есть объяснение, что содержится там цианид. Если люди в основном питаются маниокой, а там больше питаться особо нечем, ну, кроме летучих мышей, от которых можно заразиться эболой, вот, то тогда у них может развиваться сахарный диабет по типу, похожий на диабет типа 1, связано это с тем, что там якобы это цианиды, содержащиеся в маниоке. Ну, бог с ним. Но есть еще заболевания, известные нам как сахарный диабет типа 1, есть заболевания как сахарный диабет типа 2, есть там гестационный диабет, выделяются сейчас и другие какие-то формы. Мы к чему идем? К тому, что основная масса всех диабетов, это 95%, по разным оценкам, 90 до 95%, это сахарный диабет типа 2. По-видимому, это тоже гетерогенная группа заболеваний. Во всяком случае, выделено несколько генов, которые регулируют разные аспекты и, в общем-то, могут обуславливать передачу по наследству этого предрасположенности к этому заболеванию. Опять отвлеклись. Итак, диагностические рекомендации просто бегом. Обратите внимание сразу. Это по поводу диагностики. Что мы делаем? Только последний пункт. Уровень убедительности рекомендации С. То есть глюкоза плазмы и так далее, и так далее, и так далее. Следующее исследование. Глюкоза плазмы и так далее, пероральный тест. Уровень убедительности рекомендации С. То есть это экспертное мнение, никаких доказательств в основе нет. Следующий вариант, следующий пункт. Тут комментарии. Комментарий важен, второй комментарий, что диагноз сахарного диабета у лиц без симптомов никогда не должен устанавливаться на основании однократно определенного повышенного значения глюкозы в крови. Здесь уже сделан некий реверанс, шаг назад, полшага, без симптомов, собственно, без каких симптомов. Ладно, бог с ним. Следующая рекомендация, опять уровень С. И выясняется, диагностика-то у нас лабораторная, на этом и закончилась. И это большая проблема. То есть до сегодняшнего момента у нас не существует ни специфической симптоматики, ну, скажем, почти не существует, ни специфической симптоматики для диабета характерной, по которой легко поставить диагноз, ни специфических лабораторных исследований, которые бы доказали в том, что они на самом деле, ну, крайне полезны для того, чтобы ставить диагноз диабета. Заглянем немножко назад опять. Откуда растут уши? Попалось мне тут в процессе подготовки к данной пуле, попалась очень интересная статья. На самом деле я разделяю мнение авторов статьи и знаю многих моих коллег, которые тоже эти мнения разделяют. Собственно, это музыкальные идеи носятся в воздухе, как сказал Пол Маккартни на обвинении его в плагиате. Есть была такая байка.
Итак, статья называется «Парадокс 21 века. Действительно ли существует эпидемия самых распространенных убийц?» Опубликована в международном журнале терапии, да, общей медицины в 2011 году. Польская статья, варшавская. Итак, из статьи говорят о том, что некое противоречие сейчас есть. Во-первых, последние 110 лет продолжительность жизни в мире увеличилась более чем вдвое. И многие дети, родившиеся после 2000 года, смогут рассчитывать дожить до своего столетия, если эта тенденция сохранится. В то же время врачи кричат о глобальной эпидемии самых распространенных убийц. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хроническая почечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких. Вот. И авторы из этого делают выводы, что, по-видимому, одной из важнейших причин того, что эти болезни встречаются более часто, то, что мы изменили критерии диагностики и они стали выявляться у нас гораздо более часто вещи. На самом деле, подобного рода вещи в отношении диабета известны давно. Распространенность диабета обычно выше в более развитых странах, когда об этом спрашивают студентов, они начинают говорить образ жизни, питание, говорят, да нет, ребят, все гораздо проще. Доступность тестов глюкозы. Анализы доступны, в Африке недоступны, соответственно, какая там распространенность диабета второго типа? А кто же ее знает, кто бы ее изучал? Поэтому автор заключает, прежде чем объявить о глобальной эпидемии, необходимо провести объективное эпидемиологическое сравнение, основанное на тех же определениях и использовании идентичных диагностических инструментов. Крайне сложная задача, амбициозная, если они возьмутся хотя бы за решение части ее, вот, это честь им и хвала, но чего-то в 2011 году, с 2011 года прошло уже у нас 13 лет, почти без малого, и ничего пока подобного нету, хотя какие-то звоночки все-таки есть. Итак, что они еще пишут в отношении диабета? Там в отношении разных заболеваний у них есть. Все в отношении диабета. Первая классификация диабета была международная, опубликованная в ВОЗ в 80-м году, а в измененной форме в 85-м. И вот именно эта классификация, она стала такой основой, получила широкое признание, ее использовали, в том числе на международном уровне. А вот в 97-м году произошло очередное несчастье. Международный экспертный комитет опубликовал отчет с новыми рекомендациями, классификациями по диагностике диабета. Тут описано, что это происходит. Скажу, в чем была суть. Во-первых, фактически полностью было отринуто значение постпрандиальной гликемии. То есть признали, что внутрищековая гораздо важнее. Параллельно с этим должен был умереть, но не умер в силу разных причин, пероральный глюкозотолерантный тест. Вот. И что еще? Еще были ужесточены диагностические критерии. Соответственно, новые диагностические критерии, как пишут авторы, значит, снижение до 126 нижнего порога уровня глюкозы в плазме, это 7 ммоль на литр вместо 140, как были 7,8, должны были значительно увеличить число людей с диагнозом диабета, так и произошло. Более того, они пишут, если точка отсечения продолжит снижаться, например, до 120, это примерно 6,6 ммоль на литр, в 2000 году, и тогда у них были такие идеи, в 2020 году. Это, очевидно, приведет к увеличению числа случаев диабета и приводит такой рисуночек, пожалуйста. Вот мы видим глюкоза, плазма натощак. Вот у нас отсечено справа 140 отметочки 85 года нормой, затем 97 года 126. И доля людей, которые мы будем ставить диагноз сахарного диабета, повысится. Повысится. В 2000 году до 120 под знаком вопроса стоит, пока не произошло, но тем не менее мы видим, есть более красивый рисунок, вот он мне больше нравится, более соответствующий действительности. Мы видим, вот красным цветом здесь выделено то количество людей, которые по старым критериям сахарного диабета диабетиками бы никогда бы не стали. Были они диабетиками на самом деле или не были, это тоже вопрос такой сложный, мы сегодня немножко об этом поговорим. Следующая часть. На самом-то деле то, что я вам рассказал, это, конечно, нехорошо. Но на самом деле все гораздо хуже. Поскольку распределение у реальных людей по уровню глюкозы, распределение, и в том числе и животных, есть такие публикации, если посмотрите, найдете, оно выглядит не гауссовым, а смещенное, достаточно основательно смещенное. Итак, почему это происходит? Почему это происходит? Поскольку исследователи, многие в разных частях мира, говорят о том, что, по-видимому, все-таки оно является бимодальным. И этот взгляд все больше и больше становится не то что популярными, а в общем, господствующими среди исследователей. Мне понравилась шикарная работа
наших индийских товарищей 2002 года, которые пишут про бимодальности в распределении глюкозы крови. Что они там говорят? Чисто математически. Бимодальность распределения глюкозы в крови показывает, что диабет представляет собой отдельную сущность, а не произвольно определенный крайний предел непрерывно распределенного измерения. То есть, грубо говоря, две популяции имеются. Популяция людей, свободных от диабета, и популяция людей, которые страдают диабетом. И эти популяции на самом деле, и именно из-за этого, собственно, кривая так и изменена. И так, что-то как-то мне тут пропало. Продолжаю. Это значит, что среди населения, страдающего диабетом, существует отдельное распределение глюкозы, как я и сказал. И пример, немножко нелогично, на мой взгляд, но это авторская работа. Здесь снизу не диабетики, а сверху диабетики. И оси смещены относительно друг друга. На самом деле логично было бы предположить, да, вот это два распределения, что это выглядит немножко вот так вот. Если мы наложим это все на один график, разумеется, диабетиков значительно меньше. И красная, розовая, вот эта, ну, красноватая такая кривая, колокол, он выше, чем он должен быть на самом деле. Ну, это не единственная публикация, посмотрите, даже по рисункам это можно найти, их масса. Вот вам, пожалуйста, вот реальные данные некого Блумберга о распределении, значит, случаев диабета, тех, которые без диабета глюкозы, и тех, у которых диабет есть. Это два разных колокола в большей или меньшей степени. Тогда сразу возникает вопрос, где выбрать точку разделения. Ну вот простой, я вернусь немножко на пару слайдов назад. Логично было бы предположить, что точку разделения я бы сделал там, где у нас розовая верхушечка пересекается с синенькой верхушечкой. То есть я могу, да, это именно эта точка. Но тогда, обратите внимание, у нас остаются вот эти случаи здоровых людей, которые будут ошибочно нас, ложноположительно, отнесены к диабетикам. И большое количество людей с сахарным диабетом, которые не будут выявлены. Что произошло в 97 году и, соответственно, в 99-м, в 2000-м потом? Точка смещения двинулась. Соответственно, количество ложно-отрицательных результатов уменьшилось. Почему это было сделано? Потому что диабет – это тяжелое бремя для системы здравоохранения, представляете? Так и да, оно есть. Но мы понимаем, и создатели новой классификации понимали, что это приведет к резкому увеличению числа ложноположительных случаев. Поэтому никогда и ни в каком случае диагноз сахарного диабета, я вам показывал уже дважды, не должен ставиться на основании единичного измерения. Я бы даже сказал, идея-то в этом другая. Если мы хоть раз у человека без какого-либо лечения нашли нормальный уровень глюкозы, все, отстаньте от него, он не болен диабетом, не надо его лечить. Так, где же выбрать точку разделения? Классическая статья 94 года, на самом деле потрясающая. Есть ДОИ, смотрите, это рок-кривые. Рок-кривые – это компромисс, показывают компромисс между чувствительностью и специфичностью для разных диагностических методик. Здесь мы видим с вами рок-кривую для чего у нас? Фаст, то есть для натощакового уровня содержания глюкозы в крови. И точки разделения. Чем ближе к вот этой диагональной линии показатели теста, ну вот, например, тоже ближе, да, тем хуже этот тест. То есть вот эта диагональная линия, фактически это тест никакой, который ничего нам полезного не сделает, и пользоваться им категорически нельзя. Чем ближе он к углу, вот этому прямому углу, тем он более информативный. Ну, мы видим, что натощаковая глюкоза на самом деле не очень информативный тест. И здесь есть некие показатели. Это показатели как с точки разделения. Для этого существует своя, для каждого показателя своя чувствительность и специфичность. Это компромисс, sensitivity анализ, он представлен, я просто вот удобнее нам смотреть. Итак, на сегодня у нас мы берем натощаковый уровень не в плазме, а на сегодня это 6,1 показатель, имеет чувствительность 74% отношения диабета и 83% специфичность. То есть 25% одного из четырех пациентов
мы не будем выявлять. При этом около 13%, чуть меньше 13% людей, которых мы будем объявим диабетиками, на самом деле таковыми не будут являться. Где найти точку разделения, которая бы нас удовлетворила? Понятно, если речь идет о скрининге, мы стараемся сделать как можно более чувствительный тест. Вот сделаем, пожалуйста, 3,9, и тогда у нас точно, точно мы поймаем почти всех диабетиков. Как выяснилось, не всех, но почти всех. 97 – это очень высокая чувствительность. Вопрос, а что тогда делать с огромным количеством людей, поскольку тест не специфичный? Мы сейчас говорим пока не о скрининге, мы говорим о диагностике. Другое изображение, той же информации, не буду задерживаться, времени у нас позднее. Есть что-то насчет гликированного гемоглобина. Есть такое, есть такая штука, поскольку в новых диагностических моментах гликированный гемоглобин тоже присутствует. Что мы видим? Здесь нету, к счастью, здесь нету этой линии волшебной диагональной линии, но мы видим на самом деле, что ничуть не лучше гликированный гемоглобин отвечает на вопросы. А каким ничуть не лучше гликированный гемоглобин тест на выявление является ничуть не лучшим тестом в отношении выявления операционных его характеристик? Ничего хорошего тоже в этом нет. Почему? Ну, тут вопрос интересный, вопрос длинный, вопрос спорный. Как такое может быть? Но, по-видимому, сахарный диабет типа 2, то, что мы называем сахарным диабетом типа 2, это не заболевание, 100% которого и наблюдается гипергликемия. Это, по сути, вообще не гипергликемия. Гипергликемия – это пассажирская переменная. Она сопутствует этому заболеванию. Что является его спецификой? Ну, по-видимому, специфическое макро- и микрососудистое поражение, которое есть у всех. Вот. Но другое дело, что тут несколько поздняя диагностика в случае этих поражений будет. Как бы с глюкозой крови это делать несколько проще. Ну ладно. За что мы, собственно, бьемся? Вот мы ужесточаем критерии, да? Ужесточаем диагностические критерии. Диабетиков у нас уже в районе 10%. Мы, в принципе, рассчитываем, хотя последние в наших рекомендациях ждем около 7%. Ну, догоним и перегоним Америку, будет и 10%. Есть отличный метаанализ, потрясающий. British Medical Journal 2016 год, DOI тоже есть. Это взаимосвязь между преддиабетом, риском сердечно-сосудистых заболеваний, и смертностью от всех случаев. Систематический обзор и метаанализ. Но они дают определение преддиабета. Все равно это не преддиабет. Диабет сам, это бог с ним. Наша задача, а что если мы не выявим? А что же такое произойдет? Вот не выявили мы преддиабет, то есть какой-то невысокий уровень сахара. И здесь у них они дают определение. На самом деле они столкнулись с большой проблемой, потому что определений этих несколько. Одно из них – это критерии ВОЗ, уровень сахара, глюкозы, значит, именно, господи, натощаковой глюкозы. Дальше есть критерии Американской диабетической ассоциации, они более жесткие. Есть нарушение толерантности к глюкозе, тест, соответственно, значение нарушения толерантности к глюкозе. До сих пор я не могу понять, зачем он существует, потому что по логике он должен был скончаться тогда же в 2000 году. Дальше есть критерии Американской диабетической ассоциации для гликированного гемоглобина и такие же критерии NICE для гликированного гемоглобина. Они тоже отличаются. То есть вот мы уже увидели с вами 5 разных критериев. Что считать? Ну и не будь дураками, шикарный метаанализ был проведен. По общей смертности преддиабет был связан с повышенным риском смертности от всех причин по критериям АДА, Американской диабетической ассоциации. И когда мы брали кровушку, цельную кровушку, да, на уровень сахара, то есть такой простой анализ. Относительный риск равен 1,13, 95% доверительный интервал от 1,02 до 1,26. 1,02 это очень на тоненького. То есть статистическая значимость, она такая вот, она да, она есть, но она сомнительная. Ну, если с другой стороны мы посчитаем саму величину, даже в самом пиковом варианте 1,2, это меньше, чем любой фактор риска. Меньше, чем взаимосвязь между любым фактором риска и заболеванием, фактором риска, которого он является в течение жизни. Дальше. Другая их находка. Преддиабет не был связан с повышенным риском смертности от всех причин, когда он определялся через гликированный гемоглобин. А гликированный гемоглобин это вообще не работает. Потрясающая вещь. Дальше. Ни в одном исследовании не сообщалось о риске смертности от всех причин у пациентов
с критериями возраста и нарушения толерантности к глюкозе. Тут что-то я не вижу. Последняя строчка у меня вылетела. Ну, бог с ним. Нарушение толерантности к глюкозе. Комплексные сердечно-сосудистые события. Это тоже то, что они использовали в качестве основной конечной точки. Он был связан, преддиабет, с повышенным охлаждением, связанных с сердечно-сосудистыми событиями, когда он был определен по критериям строгим Американской диабетической ассоциации относительный риск 1.13, доверительный интервал 1.05 до 1.21. Вот если посчитать здесь так называемый ЧБНЛ, чего-то я не посчитал, не сообразил сегодня, я бы вам сейчас сказал, что это для того, чтобы какую-то пользу получить. Ой, пользу из этого может получить один, в лучшем случае, если существует эффективная методика, а мы не знаем такую методику, один из там тысяч человек, на самом деле, очень слабенько все это. Дальше, по возрастным критериям чуть посильнее, ну, потому что разница побольше. А по нарушению толерантности к глюкозе тоже чуть посильнее, но на самом деле все это не достигает нигде полутора даже. То есть это вообще связь, ну, так себе. По гликированному гемоглобину, по тем иным критериям, ну вот тут вот где-то достигает уровня полутора. Это насчет комплексности сердечно-сосудистых событий. Кстати, определений у них нету. Что они имели в виду по своей статье под комплексными событиями, вот они там не приводят. Перечитал 3 раза, не понял. Ну, хорошо, были некие комплексные события. Ну, мы знаем, что у них с кардиологией вообще плохо. Ну, что сделаешь? Вы знаете, мы же там просто на кардии с вами уже обсуждали их. Просто, да, это же тихий ужас. Макмастер называет. Да. По поводу ишемической, давайте, все, я ухожу, Павел Андреевич, мы смотрим. Коронарной болезни сердца. Да? Или ишемических болезней сердца. Преддиабет был связан с повышенным риском заболевания, когда он был определен по критериям АДА. Относительный риск 1.10. От 1.04. На тоненького совсем. По возрастным критериям 1.20, но единицу включает, незначимо. По гемоглобину совсем-совсем на тоне, то есть на грани вообще просто какой-то. По комбинированным данным 2 исследований, они не показали повышенного риска ишемической болезни сердца у людей с нарушением толерантности к глюкозе и с повышением по критериям АДА. Незначимо АДА. И ни в одном из исследований не сообщалось о риске ИБС у людей с одновременно, значит, по критериям ВОЗ и нарушением толерантности к глюкозе. То есть это даже никто не изучал. По инсульту интересные данные. Комбинированные данные показывают, что по критериям А, да, относительно риск 1.06, доверительный интервал от 1.01 до 1.11. Вообще ни о чем. По ВОЗовским критериям больше разницы, поэтому 1.17, от 1.09 до 1.25. Или нарушение толерантности к глюкозе 1.20, 1.0. А вот 1.0 это говорит о том, что тут незначимо. Риск инсульта, который не был значительным в исследованиях, определяли преддиабет как повышенный. Ну, в общем, короче, не получилось у них. Это плохой перевод, корявый. Не получилось. Не зависит, не работают гликированные гемоглобины в этом смысле. И ни одном исследовании не сообщалось о риске инсульта с преддиабетом, определяем как комбинированное нарушение глюкозы натощак по критериям АДА, либо по критериям ВОЗ и нарушение толерантности к глюкозе. В общем, вот такая вот история. Теперь небольшое резюме, мы затянули всю эту тему, и возвращение к Аль Капоне. Диагностика должна строиться на каких-то других принципах. То есть мы с вами понимаем, что диагностические методики в случае диабета типа 2 на самом деле крайне неэффективны. Ну, в случае диабета типа 1 там особо не нужны какие-то ухищрения, там и так все видно. Вылезает. А вот в случае диабета типа 2 работает как-то это не очень. А самое интересное в этой теме, что мы проводим не только диагностику, но и скрининг. Скрининговые мероприятия, они включены у нас, куда только не включены, и в диспансеризации включены, и в периодические осмотры работающих включены, и везде. При этом, на самом деле, и диагностика-то, она тоже не помогает скринингу. То есть вот мы скринировали человека, определили повышенный уровень сахара крови, куда дальше он пойдет? Куда дальше он пойдет? Ну, хорошо, пойдет он к эндокринологу. Эндокринолог назначит его диабетиком. Скорее всего, так оно и будет. Надо ли вообще эндокринологу этим заниматься? Это отдельная тема разговора. У меня по этому поводу большие сомнения. Не для того они живут и существуют. Ну и смотрите, что в отношении скрининга на сахарный диабет? Как и для любого скрининга, есть аргументы за и против. За – это бремя заболевания. Сахарный диабет типа 2, по-видимому, это крайне тяжелая проблема общественного здравоохранения. То есть она сильно тяжелая.
за дешевизну методик и их относительная простота. Ну, конечно, относительная дешевизна. Когда мы... Я не очень понимаю, а почему бремя вдруг стало за? Бремя? Да. Потому что важная проблема. Ну, зачем проблема нам скринировать? Важная, но если мы большую часть людей гипердиагностируем, то... Да, это в общем. То есть мы не будем никогда, скорее всего, мы не будем с помощью скрининга выявлять, если нет каких-то посторонних интересов, выявлять редкое заболевание. Ну, просто какой смысл? Нет, ну почему выявляем же, как не выявляем? Выявляем. Здрасте, детей всех новорожденных. А кто сказал, что это хорошо, Павел Андреевич? Это я не знаю. Это на следующей пуле будет. Есть отдельные исследования, которые говорят. То есть, ну, если в отношении врожденного гипотиреоза хоть какие-то есть там данные, и фенилкетонурии тоже вроде бы хоть что-то прорисовывается, то вот в отношении трех других наших скринингов, это адренгенитального синдрома, галактоземии и третий... Что же? Мукополисахаридоз раз. Да, муковисцидоз. Знаешь, главный грех скринингов ведь в чем? Скринировать мы должны те вещи, которые мы, можем повлиять на исходы, и при этом будут какие-то преимущества для скринированных. То есть, ну, к чему, например, нам скринировать? Ну, предположим, что сегодня у нас появился некий тест, который нам говорит дату нашей смерти. Вот мы сдали условно там анализ крови и знаем, когда мы умрем. Если мы ничего по этому поводу сделать не можем, нафига такой скрининг нужен? Скрининг обычно связан с достаточными финансовыми затратами. Вот. Ну, понятно, что если коммерческие интересы кого-то, там, каких-то персоналей или организаций, или еще чего-то, или органов управления здравоохранением здесь заинтересованы, там, интересы чиновников, даже не коммерческие, может быть, то тогда мы, может, и будем его проводить. Вот. Ну, мне бы не хотелось сегодня именно на эту тему говорить. Ну, хорошо. Но на самом деле логики-то в этом нету. То есть, если мы не можем изменить никак ситуацию, а нафига нам знать? То есть нафига нам тратить деньги для того, чтобы это узнать? Если человек хочет про это узнать, пожалуйста, пусть он платит деньги и узнает. Да, у нас есть очень болезненная тема, про которую мы даже статью писали, выявление тромбофилий генетических. Значит, когда они только появились, все говорили, вау, сейчас мы всем понаставим диагноз. Мы с Борисенко тогда считали и так, и справа налево, и слева направо. Кроме того, что вы вешаете... Да, была идея в Барнауле, реализовывалась. Всем девочкам старших классов делать исследования. Типа мы предскажем вам, что у вас будут проблемы в родах. Мы им пытались объяснить, что вы повесите дамоклов меч при входе в каждую квартиру. Потому что никто не доказал, что будут при этих генетических полиморфизмах какие-то изменения. И больше ничего. Ну, вроде бы это сейчас тема сошла на нет уже, хотя гинекологи продолжают пугать всех беременных, что у вас могут быть проблемы. И лечат их клексаном, кстати говоря. Ну, это тоже тема отдельного разговора, достаточно длительного. Давайте вернемся все-таки к сахарному диабету, к скринингу. Против – это возможность повлиять на исходы. Мы не знаем на самом деле, можем ли мы это сделать. Имеются ли преимущества для скринированных? Из того, что мы сегодня видели, какие-то они очень сомнительные, эти преимущества. Ну, есть только инвалидность, всем давать скидку на квартплату. Наверное. Понятно. Просто вот возвращаешься с того же, с чего начал. Ты возьми себе север, а мне останется юг. Или давай разделим территорию так, чтобы это было выгодно мне и тебе. Я не очень понимаю, где в данной ситуации, возвращаясь к сахарному диабету, к проблеме скрининга и ранней диагностики, сахарный диабет типа 2, его, это основная масса всех сахарных диабетов, где здесь есть выгода, в каком случае здесь является выгодоприобретателем конкретный человек. Мне вот это не очевидно. Может быть, вам очевидно? Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, потому что как бы презентация у меня закончилась. Вот сегодня так кратенько. Спасибо за внимание. Нет, не кратенько, но вы уложились в отведенное вам время, я бы так сказал, осторожно. Спасибо. Ну, не совсем, нет, на 10 минут больше. Ну, ладно, ну, поскольку мы с самого начала чуть-чуть затянули, то, в принципе, во время получается, что вы уложились. Так, клексан назначают часто. Ну, конечно, часто. Гестационного диабета еще больше. Ну, это очень интересная тема насчет гестационного диабета. Гестационный диабет, он процентов в 10-15 в итоге может вылиться в диабет типа 2. То есть в основной массе, ну, гестационный диабет, дальше что? Ведите его правильно.
кончится, женщина разродится, и диабет закончится. И, скорее всего, больше никогда к ней не вернется. Ну, может быть, родит еще ребенка достаточно высокой массы тела. Ну да. Ну, в общем, вопросов очень много. Так, ну, друзья, ну давайте что-нибудь. Неужели вас так это потрясло до корешков души? Тема диабета вообще считается одной из самых таких, как бы сказать, тихих, против, там никто не выступает. Диабет, ну как же, ноги отрежут, инфаркт будет, инсульт будет. Вот выясняется, что ничего не будет, да? Хорошо, вот в обратную сторону, как вы считаете? Вот, значит, родственница с сахаром типа там 16. 18. Ничего вообще. Вот просто отстаньте от меня и все. Сейчас ей отрезали палец, наконец. Я ее загоняю все-таки. Ну, я считаю, что это диабет. По-видимому. Ну, все-таки там и возраст, и все. Ну, уже много лет у нее такой. Я бы ее сажал на инсулин без всяких. Я бы, скорее всего, тоже. Для начала бы все-таки запустил ее к офтальмологу, который, в общем-то, диабетическую ангиопатию неплохо многие отличают, даже от гипертонической. То есть могут сказать, ну, слушайте, это диабет. Ну, может быть. Ну, в данном случае ее вообще бы загнать к врачу, потому что она и после отрезанного пальца не очень готова туда идти. И таких, кстати говоря, очень много вообще диабетиков, которые никуда не хотят ходить. Это ВИЧ какой-то. Ну, что мы тут можем сделать? Для них существует программа скрининга. Но дело в том, что люди не верят нам, врачам, потому что мы все время врем, мы все время их обманываем, мы все время их грузим какой-то информацией, и в результате они просто не верят и ждут, пока разовьются осложнения, тогда они начинают лечиться. Это, к сожалению, правда. Как и юристы, мы относимся, и университетские профессора, мы относимся к той категории профессионалов, которые сами себя умеют прекрасно лоббировать. Причем под наиболее благовидным предлогом мы заботимся о вашем здоровье. Уважаемые дамы и господа, ну с чего это парикмахер, который будет бороться за всеобщее облысение? Если у врача не будет больных, он будет голодный сидеть. Возможно, даже дети у него будут голодать, и жена будет ругаться, и умрет он от голода. Не для этого существует. Не дождетесь, ладно уж, это не причитайте. Это правда. Хорошо, у меня сейчас родилась тема на следующий раз. А как бы нам с гиперуркемией? Ой, чем для болезненной? Ну, я понимаю, что она болезненная, но тем не менее. Как для подагрика. Да, и подагра есть, и гиперуркемия есть. Да. И кстати говоря, больных с гиперуркемией, ну, с подагры, на самом деле, не с гиперуркемией, довольно много. Много. У меня, причем, мой случай довольно-таки интересный, поскольку у меня страдают подагрой в основном представители женской части фамилии, семьи. Да, вот как-то так. Я понимаю, что оно должно передаваться по женской линии. Ну, какая-то там предрасположенность или еще что-то такое. Но страдать должны мужики. Но вот что-то как-то мужики вот только в моем поколении, в после моего поколения потихонечку. А так вот тетеньки все страдали. Мама, бабушка. В общем, не очевидно. И не очень высокий уровень мочевой кислоты при этом. Интересная тема. Ну, это вообще тема. Для меня это было неожиданностью, что при подагре уровень мочевой кислоты невысокий. И что гиперуркемия совсем не равно подагре. Что это два похоже разных заболевания или два разных состояния. Да, а еще, по крайней мере, одно из них связано хорошими, как фактором риска является ишемическая болезнь сердца, по крайней мере, одно из них. Причем там взаимосвязь не один-один, а где-то под двоечку. Может быть, даже и больше. Тоже интересно бы это было поискать, ну давайте. Ну, смотрите, сейчас, пока мы вперед обсуждаем, в ближайшее время непонятно, когда у нас будет очередное заседание. Потому что 3 числа, я так понимаю, да, уже не будет, Андрей Павлович, я правильно? А? На 3 отбой, значит, это где-то середина апреля только есть. Я не против,
Мне что-то тяжело давалось сегодняшняя пуля. Ну, как тяжело? Есть, наверное, какой-то элемент выгорания присутствует. Надо какие-то эмоции, надо, чтобы сейчас наругали, наставили дизлайков, запинали ногами в Ютубе. Вот тогда опять появится такой, ух, что-то такое. Нет, ну, я еще раз говорю, сахарный диабет очень скользкая тема, потому что от него все-таки люди помирают. Помирают. И поэтому, когда мы говорим, что там огромная гипердиагностика, всегда есть ощущение, что мы кому-то отсоветуем там диагноз поставить и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что с этим связано, потому что все-таки с гипертонией не все так очевидно, там заболел, помер. Ну да, согласен с вами. Ну хорошо, друзья, нету вопросов? Что-то сегодня прям какая-то скучная у нас публика собралась. Никто ничего не хочет спрашивать. Дисплазия тоже очень интересная тема. Ух, даже боюсь подступаться к ней. Да, ну, дисплазия – это такая очень широкая, я бы сказал. При высоких сахарах сразу обостряется СЗ. СЗ – это что? Понимаете, что значит обостряется? Кстати говоря, вот у нас есть пример, мы тут сегодня или вчера тоже обсуждали. Больной с гипертонией, который все отказывался от того, чтобы понаблюдать за сахаром, при том, что диабет у него был, он говорит, да, все нормально, я там туда-сюда. Мы все-таки заставили поздавать анализы на сахар. Получили довольно высокие цифры, то есть некомпенсируемые сахара. Вот, и снизили сахара, и у него нормализовалось давление. Я не знаю, про причинно-следственную связь, естественно, единичное наблюдение никак не годится в качестве статистики, но тема такая тоже присутствует. Ну, безусловно, сахарный диабет – это реальная проблема, очень большая проблема, и ее надо решать. Ее надо решать. Мне это больше в этой ситуации занимает что? Вот мы понимаем, что мы ужесточаем критерии из благих побуждений. Вот мы их ужесточаем, но почему мы возвращаемся вот именно к гипердиагностике? Да? Давайте мы вот намерили у человека нормальный сахар, но отстанем мы от него в конце концов. Нет, потихонечку всплывает опять почивший в БОЗе фактически уже пероральный глюкозотолерантный тест. Объясните мне, зачем он нужен, если мы отказались от идеи постпрандиальной гликемии. Если у нас есть четкая точка разделения, больше мы считаем, меньше, больше диабетик, меньше не диабетик. Что нам дает дополнительно? Что мне как врачу дает дополнительно пероральный глюкозотолерантный тест? Нарушенный тонус глюкозы? Ее надо лечить? То есть вот, вот это мне непонятно. И опять какой-то вот с упорством достойным лучшего применения. Вот их дверь, они в окно, вылезают какая-то фигня. Да, давайте мы будем измерять там 5 измерений. Давайте мы на раз намерили нормальный, он не диабетик. Да ничего подобного. Каждого человека с гипергликемией мы скажем. Знаете, там может вылезти неожиданно. Сегодня мы полазили по методическим рекомендациям Департамента здравоохранения Москвы. Оказывается, такие существуют, их там сотни. И случайно я залез в психические нарушения у больных с постковидным синдромом. Ну, как бы тема интересная мне. Ну, и вначале что-то читаешь там, в середине, знаете, что начинается? Медитация. Ну, кто бы мог подумать, что довольно там гехт присутствует. То есть нет, не то, что какие-то люди с улицы пишут. Нет, но в середине медитация. Да, было такое, к сожалению, и есть, встречается и в учебниках, и в хороших, даже в каких-то рекомендациях старых, чего только не увидишь. Апитерапию. Не, апитерапия как раз еще, хоть я понимаю, комарами лечить, это я как раз за. Это хотя бы вмешательство. Вмешательство, да, какое-то. У комаров там какой-то гепарин или что-то такое. Ну, вот медитация, ну, наверное, можно и медитации. Я вам рассказывал про гомеопатию, нет? От Хромова Борисова. Не помню. Ну, есть такой Хромов Борисов из Питера, он член комиссии по бывшей комиссии по борьбе с лженаукой. И он тут выложил, значит, пост о том, что он участвовал в разработке меморандума против гомеопатии, но не подписал его.
И пишет, почему не подписал. Что, во-первых, оказалось, что гомеопатия разная. Примерно как у вас там бимодальная кривая, так и гомеопатия тоже в разных разведениях. И есть разведения, где, в общем, молекулы довольно неплохо определяются. Они там есть. Вот. Поэтому объединять всю гомеопатию в одно не совсем правильно. А во-вторых, он говорит, что шарики, в которые они упакованы, они там, с, если я правильно понимаю, с лактозой, которая в кишечнике превращается в лактулозу. А лактулоза, как мы знаем, это довольно активное вещество, которое не всасывается, но при этом меняет микрофлору. И она есть в женском молоке, нет в коровьем молоке, и, в общем, лечит ей все, все и вся. Мы лечили сепсис, там, аллергические реакции можно, ну, реально можно лечить, она действительно работает. Я вообще за лактулозу Нобелевскую премию дал, но боюсь, что уже авторы на том свете. Вот. Кстати говоря, водка была опохмельная с лактулозой. Даже помню, что ее во Владимире производили. Она, я не сохранил бутылку, потому что надо было, конечно, сохранить, так показывать иногда. Вот. То есть на самом деле очень много всяких вещей, которые могут влиять, о чем мы не догадываемся даже. И, скорее всего, ну, если уж так совсем уже плясать от сахи, ведь наука, она не познает истину, она строит модели. Да, более, но поздняя модель, как правило, да, если научная модель, она более точная, она как частный случай включает предыдущую модель. Но это не значит, что мы когда-то доберемся до этой вершины Фудзияма. Наверное, нет. Процесс вечный. Ну, процесс тоже интересен. Ну, вся наша жизнь – это процесс. Вы же помните, как старый еврей плавал из Одессы в Иерусалим на пароходе, туда и сюда, еще при советской власти, нет? Его говорят, слушай, ну ты куда-нибудь, либо туда, либо сюда. Он говорит, ну, в середине очень хорошо. Хорошая девятка. Ну, хорошо, друзья, тогда давайте мы сегодня расстаемся. Спасибо всем, кто присутствовал.